Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про самые популярные мифы о кроликах. Кролики – милые животные, которые никого не могут оставить равнодушным. И хоть о них каждый знает с самого детства, до сих пор существует множество мифов об этих пушистых зверьках. Какие распространенные суждения о кроликах не соответствуют действительности? Давайте разбираться. Кролики не требуют особого ухода. Первый миф. Кролики нуждаются во внимании и заботе со стороны хозяина, как и любые питомцы. Недостаточно просто посадить зверька в клетку и наблюдать за ним. С кроликом необходимо ежедневно играть, ему нужно предоставлять регулярную возможность побегать и попрыгать вне клетки. Также следует заботиться о его внешнем виде и регулярно возить кролика на осмотр к ветеринару. Кроме этого, необходимо следить за чистотой клетки питомца и его рационом. Кролики едят столько, сколько им нужно. Еще один популярный миф. Большинство кроликов обладают хорошим аппетитом и склонны к набору лишнего веса. Поэтому важно, чтобы питание этих милых животных было сбалансированным и строго нормированным. Иначе проблем со здоровьем у питомца не избежать. Кролики живут только 1 или 2 года. Третий распространенный миф. В дикой природе кролики действительно живут 1 или 2 года. Однако в домашних условиях при правильном уходе, заботе со стороны хозяина и регулярных ветеринарных осмотрах кролики, как правило, проживают более долгую жизнь. Известно немало случаев, когда домашние кролики достигали возраста 5, 7 и даже 9 лет. Кролики – идеальные питомцы для маленьких детей. Четвертый миф. Кролики очень хрупкие животные, в качестве питомцев для маленьких детей они совсем не подходят. Кролик может стать хорошим другом для ребенка старшего возраста. Правда, перед этим необходимо обучить последнего правилам обращения с таким нежным животным. Кролики не обладают высоким интеллектом. Пятый миф. Кролики вовсе не глупые животные. Если хозяин регулярно уделяет им время, они запоминают его имя и привязываются к нему. Многие кролики умеют самостоятельно выбираться из клетки и способны разучивать различные команды и трюки. Таковы популярные мифы о кроликах, обаятельных животных, которые у любого могут вызвать улыбку и умиление. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!